недавно, чудесный человек, Светлана Ефремова, мы просто с ней занимались, она приехала преподавать, она привела прекрасный пример, что если маленькому ребенку не ставить никаких границ, никаких рамок и сказать ему делай, что хочешь, то он потеряется. У него он не сможет жить, потому что он не знает, а когда ему идти покушать, покакать, пописать, поиграть, начнется хаос. Поэтому рамки всегда нужны. Когда ты ему говоришь, что у тебя время играть только там с 5 до 6, и ты играешь, там он делает все, что хочет. Там его фантазия работает, как он хочет. А остальное время у него там расписание, там он кушает, здесь он делает уроки, там нужно, во столько-то нужно лечь спать. Эти рамки нужны, необходимы. И мы в нас должны это закладывать с самого детства, чтобы не было хаоса, не было потери, иначе человек, ну, не знает, как ему жить. Это страшно.